Станислав, хэт-трик во втором матче. Поздравляем вас. Ваши комментарии по вашим голам и по вообще по результату. Ну, вообще, по игре второй матч однозначно сыграли лучше, чем первый. Забили много голов, реализовали моменты. Хет-трик, ну, эмоции, конечно, превышаются и ожидания. Впереди у вас два больших матча в чемпионате России против «Авангарда». Что из этих игр нужно перенести на предстоящие матчи? Выполнять установку тренера также, реализовывать все свои моменты. Конечно, игры будут потяжелее, но будем стараться выиграть. Спасибо.